Я считаю, обязательно нам надо участвовать во всех межполитических вопросах, и это обязательно нужно, так сказать, изучать и космос и так далее. Это нам же нужно для нашей стратегии и политики. Если мы здесь окажемся не у руля, то, в общем-то, можно сказать, что мы стали совершенно официально, можно поднять флаг, что мы страна даже уже не третьего мира, там, а уже десятого. Поэтому мы лидировали в этой отрасли в космосе, а сейчас мы занимаем там почетное 28-е место. Это неправильно, поэтому надо возвращать свои позиции.